Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 716. Решите уравнение. Уравнение первое. 9х минус 4х плюс 39 равно 94. Прежде чем решать уравнение, мы его преобразуем. Преобразуем, используя распределительный закон умножения. 9х минус 4х – это будет 5х. Плюс 39 – это мы переписываем без изменения, и это равно 94. Теперь 5х у нас неизвестное слагаемое. Для того, чтобы определить неизвестное слагаемое, нужно из суммы, это 94, вычесть известное слагаемое. Получаем 5х равно, 94 минус 39 – это будет 55. Теперь х – это неизвестный множитель. Его нужно определить так, разделив произведение на известный множитель. 55 на 5. И получаем х равно 11. И это решение нашего уравнения или корень уравнения. Уравнение второе. 7у плюс 2у минус 34 равно 83. Здесь точно так же мы вначале преобразуем 7у плюс 2у. Это будет 9у минус 34, переписываем без изменения, 83 без изменения. Теперь 9у это у нас неизвестное уменьшаемое. Неизвестное уменьшаемое равно разности плюс вычитаемое. Получаем 9у равно 83 плюс 34. Это будет 117. Теперь у это неизвестное. Неизвестный множитель. Для того, чтобы определить неизвестный множитель, нужно произведение разделить на известный множитель на 9. Получаем y равно. Получаем y равно 13. 13 – это корень данного уравнения или решение этого уравнения. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.